Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 19 февраля в Укол Телятник он защищал людей от бесчисленных, невидимых, но свирепых и неукротимых зверей, бесов, которые так и ищут, как бы кого поглотить. Приметы этого дня. Ясная морозная погода в этот день обещала бурную весну, сухое и жаркое лето. Чем на Вуколу Телятника было холоднее, тем теплее будет в марте. На Вукола хозяйки жгли чабрец. Считали, что его дым делает молоко более вкусным, а телят здоровыми. Если одинокому человеку сегодня помолиться, то вскоре отыщется его вторая половина. Пятнадцатые лунные сутки. Чем больше приливное действие Луны на мировой океан, тем сильнее воздействие и на организм человека. Воздействие оказывается многопланово на тело, энергетику, эмоции. Так в эмоциональном плане, помимо желания человека, активизируются разного рода плотские наслаждения. И человек бессознательно тянет во что бы то ни стало удовлетворить их. В это время важно сохранять самоконтроль и самодисциплину. Иметь понятие, что это влияние приливного действия Луны, а не собственная потребность. Питание шире используйте плотную горячую пищу с вяжущим вкусом из бобов, гороха. А жидкую холодную пищу лучше избегайте. Ввиду повышенной циркуляции жидкости в организме, откажитесь от любых хирургических вмешательств. Шестнадцатые лунные сутки. Эти лунные сутки несут весьма благоприятную энергетику. Ее действие больше оказывается на душевное качество, чем на телесное. Рекомендуется погрузиться в эти ощущения и не делать ничего, что их стирает. Поэтому любые действия, вызывающие нарушение эмоционального спокойствия, крик, раздражение, грубое, вызывающее поведение, громкая музыка и другое должны быть сегодня исключены. Из физических упражнений и нагрузки рекомендуются простые, спокойные, плавное движение, спокойная нагрузка. Пища должна быть вкусной, но без специй, которые волнуют энергетику и сознание. Теплые водные процедуры, прогревающие и расслабляющие, весьма показаны.